Здравствуйте. Вас приветствует Игорь К. с обзором на бак Jig Vape Griffin 25. Значит, бачок приходит вот такой коробочке. Ну, не знаю, маленькая, большая, как вот, вот так вот, как с ладошку. Вот, внутри у нас находится бак сам. Извините, я им уже немножко попользовался. Вот, всякие допы, стеклышко. Потом у нас идет заглушка, это чтобы одну спираль делать. И стеклышко, а вот еще тоже, для заглушечки запасные, это же вообще не парить. Так, стеклышко матовое, вот. И вот такая отверточка. Хорошая, кстати, отверточка, мне очень нравится. Значит, давайте вернемся к баку. Вот, вот такой вот бак. Ничего не вижу, извините, ребят. Первый обзор. Вот. Вот такой вот бак. Черного цвета я себе брал. Значит, давайте раскрутим, посмотрим. Вот. Верхняя часть такая у нас. Стеклышко. Сейчас раскрутим. Посмотрим. Саму базу. Базу я уже намотал. Внутри 2.04, сверху 2. Представьте, заказал у китайца не хром, а он мне прислал кантал. Раньше делали наоборот, заказывали кантал, а присылали не хром, обманывали. Вот, значит, верхняя часть. Здесь вот для поступления воздуха. Поступление воздуха идет отсюда снизу и попадает вот сюда вот. Вот. Под спиральку. И сверху попадает с этих вот дырочек. Два, сколько их? Три, четыре. И вот. Как оно? Вот отсюда, вот. Тут плохо, наверное, будет видно. Вот тут есть раз, два, три, четыре тоже дырочки. И попадает вот сюда. Вот тоже есть дырочки. Вот. И выходит отсюда и обдувает сверху спиральку. В принципе, бак, я не знаю, кому как, наверное, мне бак, в принципе, нравится. Сколько в нем? 6,2 миллилитра. Вот. Дриптип. Широкий, кстати, дриптип. Вот. Но есть нюанс, мне что не понравилось. Дриптип. Ну как не понравилось? Это не проблема, но вот одевается дриптип. И здесь. А, нет, подождите. Может даже не. А, да. Вот, собирается жидкость. Все время вот, когда делаешь затяжку, жидкость собирается вот, вот здесь вот, под дриптипом все время ее вытираешь. Вот, ну то такое дело, то там снял, вытер, не проблема. Вот. Так что, смотрите, если вам нравится, я считаю, его можно купить. Это, конечно, надо смотреть. Это надо хотя бы там, если будете заказывать с Китая, то пойдите в какой-то наш магазин, посмотрите. Я думаю, он вам понравится. Ну что, тогда сейчас мы его пока вот так вот соберем. Соберем, извините. Немножко волнуюсь, это мой первый обзор. Я думаю, уважаемые зрители, если они, конечно, будут, если вы будете. Вот, на моем канале, я думаю, вы меня простите, если я где-то что-то запинаюсь, где-то заикаюсь. Вот, значит, попробую его заправить ватой. Ватой буду заправлять, а базу саму ставить на IPV. Ну, IPV это будет мой один из следующих, IPV 5-го. Следующий обзор. Так, как я буду вставлять вату, я думаю, оно вам не надо, этого много есть.
Я отключусь и потом еще раз включусь. Спасибо, спасибо, извините, встретимся через секунду.